Здесь клумба, эта работа выполнена уже, деньги освоили. А если бы сюда поставили тротуарный бордюр, вам денег хватило выше крыши для того, чтобы здесь был не асфальт, а плитка была. Андрей, вот для чего вы здесь. У вас есть компетенция, в отличие от них, на стадии проектирования, на стадии подготовки к реализации проекта, запуска работ, взять и сказать, вы что творите? Вам не надо сюда деньги вбухивать, потому что это освоение. Вам надо здесь сделать эстетично, надо сделать здесь стильно, сэкономив средства. А мы стоим сейчас вот на асфальте, здесь могла бы быть плитка. Посмотрите, у вас все уложено в эти тяжелые бордюры, дорожные бордюры. Вы что здесь будете, больше груза что ли разворачивать? Тяжелый бордюр дорожный. Здесь асфальт, от него будет при наших температурах плюс 40 постоянное испарение идти. С детишками здесь будут гулять. Павел Михайлович, по вам колокол звонит. А? Вот смотрите, вас ничему не учат, что происходит у нас в районах Саратовской области, в Пугачеве, в Вольске, в Балаково, в Петровске, в Ртищево. Ну, думайте головой, у вас такие возможности. Эти бордюры, тротуар порядуют. Вот глядите, что у вас получилось. Вот ваша работа с проектом. Ну, во-первых, отметки, смотрите. Вот, видите? Вот. Здесь просадка. Какая тут просадка? Нет, а вот смотрите, там вошли. Ну, понятно, там вошли, а здесь вы уровень. А как вы ее опустите? Это надо переделывать все. Нет, зачем? Мы эту поднимем. Хорошо, вы эту поднимете. Значит, вам надо все остальное поднимать. Вот, видите, здесь. Она просила, вот где вы стоите. Топок, а? А? Где у нас? Ну? Докладывай. Какие 600? Ну, это что такое? Мы перевозим из Воронежской области. Я не знаю, откуда вы возите. Это что такое? Это опока. Это вот карьеры, которые... Какие карьеры? Вы посмотрите, это что у вас? Это везде у вас опока. Дальше с этой опокой произойдет следующее. Она превратится в глину, у вас все сядет, и вы... Дальше уже будете так, просто вот здесь, плакать. Значит, здесь где? Вот везде у вас. Вот, смотрите. Да подождите вы. Вот у вас везде. Это опока. Нет прокурора. Прокурора нет, надзора нет, контроля нет. Здесь вот щебенка лучше настоящая. Вот здесь другой щебень, правильно. А здесь-то почему это? Вы задумайтесь. А это... Подожди, хорошее, потом люди увидят. Мы с вами должны сделать качественно. Посмотрите, Балашов стал центром агломерации. В этом году тяжелейший вопрос будет решен. Сообщение с Романовкой, дорога будет завершена. Дальше, сообщение с Аркадаком, с Самоловкой. Там у нас проходит федеральная трасса. Она стала такой, потому что дорогу от Сердобска до Самойловки и дальше на Волгоград на федеральный уровень смогли передать. Нам это дает возможность привести в нормативное состояние. Мы постараемся максимально сделать для того, чтобы было сообщение хорошее и до Самойловки, и до Аркадака. А от Аркадака до Турков до ноября должны также завершить работы. Если вы ездили по дороге Саратов-Ртищево, вы видели, там осталось всего 4 километра. Думаю, что сейчас вот в сентябре они завершат эту дорогу. Она будет уже от Ртищево совершенно в другом состоянии, до Саратов. И дальше, на будущий год, мы пойдем уже на Тамбов. А что касается дороги до Ртищево, мы на будущий год планируем вообще весь этот участок от границы с Пензой, это Сердобский район Пензенской области, и выходит трасса на Ртищевский район, дальше через территорию Ртищевского района, потом Аркадакского района, Балашов и дальше Самойловка на Волгоград. Будущим годом завершим работы. Мы прекрасно понимаем то, что не только Балашов должен развиваться, и другие районы агломерации. И сейчас будем сопровождать, готовить документацию для того, чтобы по максимуму все районы, и все города и все поселения участвовали во всех федеральных программах, потому что мы знаем, что у нас есть
тоже здесь приличных вопросов, да, это и очистные сооружения, водозабор, соответственно, питьевой водой надо обеспечивать село. Здесь мы эту работу ведем и, соответственно, будем помогать. Вот вы, знаете, возьмите на контроль то, о чем я сказал. У нас осталось всего 2 месяца, сентябрь и октябрь, плюсовые температуры, под ремонт и прокладку новых дорог, раз. А тротуары? Тротуары. За это время важно, чтобы они превратились в тротуары, два. У нас с вами поды, реставрация памятника историко-культурного значения и, конечно, завершение работ по парку. Понятно, Павел Михайлович, у вас есть вопросы не менее значимые, вот то, с чем люди подходят. Уборка мусора – это ваша, вода, тепло – ваше. Но если вы понимаете, что вас не хватает, вы садитесь вместе уже с Андреем Викторовичем, с губернатором и обсуждайте эти вопросы. Нам надо работать на конечный результат. Самое главное, чтобы у нас с вами комфортно можно было жить. И Балашов должен превратиться в центр агломерации. Это значит и транспортная структура, это значит и благоустроенный город, это значит социальная сфера отремонтирована. Вы берите на себя эти вопросы, выстраивайте коммуникации и ищите решение, самое главное. Хорошо, Вячеслав.